Ты же сказал, что ты в первый раз играешь. Недовольный тем, что там не видишь, что-то не это. Человек первый раз играет, отстаньте от него. Все он делает как надо, старается. Еще управление такое. Ну, а что с управлением так? Это же вроде весьма себе комфортно. Просто что немножко непривычно shift зажимать, но это бывало в играх, так что. Да-да-да. Так, ладно, опасно, но я сейчас спрячусь. Маркус, хочешь присоединиться? Как оно там? Может быть, желание есть, а все-таки микрофон получше будет слегка, чем USB, потому что, ну... Прям, я вообще плохо слышу, да и... Все-таки ты уже на стекле чуть-чуть. Я больше смотрю на этих злобных тварей. Ну, на тварей не смотри, они нам пока не угрожают никак. Вообще, если все пошло хорошо, то мы как бы в безопасности. Если все прям совсем нормально зайдет, то мы... Так, уходим на потом... На 30, ближайший выход. Я думаю, что если там нас не будет ждать, то все окей. По поводу железа, друзья, можно посмотреть в описании к видео. Так, что там еще? Ну не настолько же чуваку только бегу. Да, вот все. Да, для первого раза нормально. Он хотя бы, ну, то есть стреляет в нужную сторону, пытается, все в порядке. То есть, понятно, что, ну, особо много я от него и не ждал. Это же нереально первую игру в такую игру. Хотя, конечно, окей, я на скилле делал много. Но у меня скиллуха, то есть не это. А так, USB молодец. Но Маркус я все взял бы поиграть, конечно. Так, сейчас готовься. Будешь подбегаешь к пауку, жмакаешь F, берешь со мной эту остаток души его. Это он 100% будет. Все, и валим. Особенно не останавливаясь, в надежде, что нам повезет. Вот сюда, побежали. Тем ты планируешь играть дельти бомб? Я не знаю, что это. Адреналинчик. Ну, пока в эту игру адреналинчика я слегка это словил, так что не понравилось. Нет, не лишних, это все нужно. Если научиться в них разбираться, то время отлично будет. Так, ну что, мы подходим. Очень скоро у нас уже будет тележка, и там. Ладно, с нами палимся, поэтому не нужно. Так, чат я пока не читаю, потому что у нас сейчас... Самая жара. Ну что, самая жара. Пока там... Если кони фрычат, они делают такое... Ну, в общем, как они это делают. Значит, там есть противник. Если они это не делают, то... Вроде бы противников быть не должно. Так что... Все хорошо. Пробуем. Сейчас я тебя плохо слышу из-за шума. А что? Ну, если они выдыковать, если они хотели нас перехватить... Просто дело в том, что мы пятерых убили. Пятерых — это много. Это очень много. Ну вот. Это не очень мощно. Да нормально, ты как минимум принял на себя первый патрон, который дал знать, где они находятся, так что. Так что. Отличный бой вышел, да. Через час Маркус может. Микрофон наладил. Потрясающе, если наладил микрофон, будет вообще замечательно. Потому что. Так. Да. Друзья, мы этот бой вышел. Очень на слабу, прямо очень на слабу. Использовали и динамит, и 5 фрагов сделали, и прям, ну все, что надо сделать, сделали. Получаем 1002.
500. Нет, 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 мы мало мозга убивали. 1002 максимум опыта, хотя 2500, я думаю, было. Посмотрим. Ну да, 11 монстров всего, хайвов у нас тоже немножко будет. Танка я одного убивал. И... А, бонус? Вот это вот я не рассчитал на бонус, да. Блин, одного не засчитали, потому что мы убили его... от кровотечения. Но все равно, 3000 опыта это убер до хрена.